Я помню, ты пугарейды водил, в твои рейды ходил. Ты охоту, что ли, рейлил? Было, да? Что Кто? такое? Я? Дерега, да. Ты что, упал, что ли? Ну, ты что-то и рейлил точно на X2. Ну, не, А, я это не рейлил. слышишь, Синерицу, ты тут? Сразу хочу спросить, нахуй, тестили вы или нет. Вы первую фазу до 80% снимали, ХП Джань? До скольки вы доводили? Или ее вообще починили, нельзя снимать? Вообще не били? А что, не работает, или вы даже не пытались? Ну только она хилится, да, но там все равно типа перебивается. Ее можно переводить там было. А хотя это, наверное, только в Т5, блядь. Кажется, я понимаю, о чем ты. Ты хочешь Морту, что ли, забыть? А, я помню, мы в Нордах делали это. Я помню, мы в Джастах ее Но мне вообще... кажется, у нас урона, в принципе, меньше. Там, типа, с Т5 было проще, наверное. Ты Ты там че сколько, считай, говорил? АУЕ было скиллов, который кинул, да и ушел нахуй. Да, стоит, тут ничего нового нет. Ебать, прикинь, Тут так они сделали. это... Это я, ебать, Mortal вешаю, а люди писали бесполезный баф, нахуй. Мы так его ваншотаем. Алтанфил Блэкич. Тут. Сейчас объясню первую фазу. А еще, а вы, блядь, сразу вы понять урон. Вы в куче стояли рейдом и разбегались на этой, блядь, на шторме? А, раздельно, да? Подожди, вы в куче стояли и на шторме разбегались или просто раздельно полностью? А, все, понял, окей. Да это понятно, что шторм дохуя пьет. Чем мы будем сопротопить? Надеюсь, я в том же секторе буду стоять, как всегда. Да, да Не не хочу надо, сейчас клоунов. посмотрим урон. Хотя бы, посмотрим, блядь, люди на что-то сейчас разбегаться, еще надо шторма, блядь, раньше набирали. Хилам оставляли центр. Блядь, тут же три портала, да? Тут уже она поменена, Четыре да? же, не? А, четыре. А, блядь, по 15 стаков у моба, точно, блядь. Все, точно, 4 по... Или 3 раза. Ладно, по 15 стаков у моба, да? Там Вроде же не да. 25. Да, Все, ставки окей. 15 давно уже. Короче, Дермич, начну с тебя. Будут появляться такие большие долбоебы. Большие, увидишь, элементали. Ну, повыше тебя, короче, здоровый такой, толстый, жирный, но... Ты его будешь танчить. Смотри, вот тут вот портал будет один. Ну, короче, как на крест, блядь. Вот тут один, где я сейчас прыгаю. Вон там квадрат, блядь. Короче, там второй напротив. Ну и пока вкладываю в это, блядь, в форме креста будет 4 портала. Твоя задача, смотри. Держишь этого большого, ну его уешат. Смотришь, если его там сильно зауешили, там у него остается там 1400-500 тысяч хп, да? Ты его отводишь просто, ждешь, пока маленькие пидорасники такие тут сгустки магии, короче, будут их убьют. С одного этого сгустка магии падает один шарик. Твоя задача собрать 15 шариков, ну после того, как ты этого моба подводишь, он собирает шарики, да? Как только он набирает 15 шариков, ты подводишь его к порталу. Вот тут вот будет портал, ну и будет 4 штуки, увидишь, там такие фиолетовые большие. Подводишь его прямо к порталу, его добивает до 0 хп, он взрывается и взрывает портал. Потом дальше берешь следующего большого моба, опять собираешь, ну, чтобы его уешили, чтобы он в мидзоне стоял, соответственно. Если у него там 1400, ну, полняма хп отводишь, потом собираешь шарики, второй портал взрываешь. Потом третий, четвертый и так далее. Понял? Это твоя задача, Дермич. Все, молодец. Фонарь, ты тогда будешь Джайну танчить? Фелиса, твоя задача танчить этих маленьких сгустков магии. Ну, вот эти такие маленькие пизденыши будут. К ним спиной не Смотри, поворачивайся только. смотри, смотри, их держи максимально на себе, и при этом, блядь, я хуй его знаю, чтобы тебя не сложило только, я не знаю, как они дамажат. Неприятно. Нарастающе неприятно.
Там даже я в джастах в Т5 контенте просил, чтобы их зарутили. Они, если настакают, то вообще трахают. Ну, надо посмотреть урон, я хуй его знаю. Тут протоваром заебись, блядь. Шоквейв нахуй ебало, зашел, скинул стаки, блядь. И рефлект тоже на джойну. И рефлект, да, блядь. Но это в Т5 только, в Т4 хуй его. Короче, танчишь маленький трэш. Стоим все в одном кемпе, это уже для всех говорю. Стоим все в одном кемпе, заливаем этих маленьких ебанатов, ну и ауешим большого ебаната. Там дермичу отведет, если у него мало хп будет. Как только я, блядь, озвучу шторм нахуй, да, шторм, это вы, значит, разбегаетесь от друг друга, блядь, и набираете рейндж. Только не слишком далеко, чтобы хилы доставали. Хилы, пока без аппаратов. Хилы нет, ваши то... 10 метров, по-моему, там. Вроде 10. Этот, хилы, короче, смотрите, вы сразу станьте где-нибудь, вот один где-нибудь нет, тут вот... Все. Ну, вот где-нибудь в центре станьте, чтобы доставали до всех, вот так, полумесяцем таким, типа, чтобы до всех доставали и хилили. Лексор, ты максимально держишь фонаря. Угу, хорошо. Короче, милики всегда играете по маленькому трэшу. РДД, когда Гдермич будет подводить к порталу большого, я на него метку поставлю. Мы в него свичаемся, заливаем, он взрывается портал, переходим дальше. Все, это в принципе вся первая фаза. И еще, там кидается такая хуйня, называется не нестабильная магия, как эта хуйня называется, я не помню. Да. Короче, блядь, что вроде нестабильная магия. Короче, суть в чем? Когда она на вас кидается, это на кастеров, ну, на хилов, там, на РДД и так далее. Когда она на вас кидается, вы каст, который произносите под этой хуйней, она вешает немоту, там, по-моему, на 10 или 15 секунд. Ну, короче, на дохуя. Отдаете просто, когда видите на себя этот дебаф, какую-нибудь говняную кнопку, которой вы не пользуетесь. Вот, например, если ты фаермаг, отдаешь какую-нибудь аркан-школу или фрост-школу просто, ну, чтобы не повесилось на фаер. ШПшники там я обычно отдавал там либо этот уход в тень, блять, либо там, ну короче, разберете всякую хуйню. Шилдик можно там и т.д. и т.п. Но все равно она спел, короче. На заклинание проходит или нет, если она моментальная? Вон Акиза пишет, типа, на школу не работает, только на кнопку. А, ну, значит, на кнопку. Ну, суть в чем? Ту кнопку, которую вы нажмете, та повесится в КД там на 10-15 секунд. Все, это вся первая фаза. Вторая фаза. Я вас назначаю по меткам, вот, которые я поставил. Трусы, ром, печенька, звезда. По вот эти четыре метки, по стакам все отдельно стоите. Суть такова. Как только мы переводим на вторую фазу, она начинает кастовать такую хуйню. Я не помню, как она называется. Кольцо, что-то магии или как это за лупа. Сейчас точно скажу. Там, короче, как на смотрителе в Каражане, у вас должна появиться кнопка такая по центру, снизу экрана. Ее нужно нажать, подкаст этой хуйни. Если вы не нажмете, вы улетаете туда. Туда, как от ловушек, короче. Поняли? Коллапс? Куда? Не он? Да нет, не коллапс, блядь. Коллапс — это другая хуйня на второй фазе. Сука, сейчас скажу, как это хуйня называть. Там... Так, вторая фаза. Ну, перерождение... Просто кликнуть по кнопке надо, да? Наверное, надо макрос сделать, я так понимаю. Блять, да, на нее макрос надо. Блять, а как она называется? Ёбаный в рот. Перерождение в огне, кажется. Ну, такой не, нихуя. Чьи цвета еще, блядь. Я уже забыл, блять, давно это было, блять, это уже не было. Ну, короче, разберемся. Главное макрос. А, да, вот каст щит света, да. Слэш каст щит света, можете макрос заранее сделать. Короче, вы стали по меткам. Я вам даю команду нажать нахуй на эту кнопку, блять, вы нажимаете, потом отпускаете, соответственно. Дается гера и максимальный ДПС на второй фазе. Потом, смотрите, вторая фаза. Сразу несколько фрагментов. Первое. Лучи. Будет кидать лучи. С лучей просто отошли там вправо, либо влево. Потом вернулись в свою метку. Это несложно. Дальше. Огневорот вот этот ебущий. Там такая лужа красненькая будет огня между вами. Вам нужно отойти от человека. Ну, вот этот рейндж, который прорисован в луже будет, это значит, в том рейндже нам будет дымажить людей. Вам нужно с этой лужей просто отойти от людей, чтобы их не заразить. Если вы не отходите, блядь, вы
кроме того, что наносите урон, так они еще потом заражаются этими лужами, их уярят, ну и, соответственно, вайп. Поэтому сразу просто эту хуйню выносить. Так, это первое. Второе. Метеоры. Появляются 5, по-моему, 5 луж таких, других. Туда нужно заходить минимум 3 человека. Либо один человек может закрывать это тучкой, там, глыбой, под шиве, баблом или т.д. и т.п. Туда надо 3 человека минимум заходить. Вы делите урон между собой, там наносит около 50к. Ну, на 3 человек там по 1015 плюс-минус. Закрываете, соответственно, этот лужу эту ебаную. И ну, дальше становитесь по своим меткам. Вы смотрите, ориентируетесь так. То бишь, вот, допустим, вот кинулось около трусов, где я сейчас везде прыгаю, вот эта лужа, 3 человека подошло, кинулось вот с этой стороны. Если у вас, кто стоит в звезде, нету там справа, вы, блядь, бежите сюда, перекрываете, не слакаете. Ну и, соответственно, милики там тоже. Танк может один перекрыть, ну, какой-нибудь, который не танчит сейчас босса. Дальше. Дальше как раз этот коллапс ебучий. Коллапс. Чего он, блядь, я не помню. Там, которые вот эти лужи закрываете, там вешается стак еще. Урон от огня увеличен, бла-бла-бла. Под этот коллапс обычно сейф дается, там, этот, эмана огонь и какой-нибудь массакра. Ну и стоите просто в метке, это переживаете, дамажите босс. Все, потом дальше все повторяется. Все, что я сказал на второй фазе, все повторяется, ничего нового. Там же еще нужно вернуться будет. Точно забыл. Да, когда еще этот коллапс будет, вот тут вот по краям, с самого конца, будут идти такие лужи, короче. От этих луж надо отходить. Если вы, блядь, полутаете дебаф от этой лужи, точно я вспомню. Полутаете дебаф от этой лужи, блядь, ебанет так коллапс, что отправитесь в помойку. Все, по второй фазе все. Ты же сказал про выносить метки две, да? Разные. Что, две метки разные? Ну, одна, которая это вот лужи, то и разливаешь, а вторая, чтобы... Я сказал. Все, вот первую, на третью фазу пока нет смысла говорить, пока что первую и вторую привыкнуть. Хотя бы переход. Сейчас 2-3 пула сделаем и хватит. Бля, ну мы тактику объясняли дольше, чем пулы делаем. Ну, типа, так, да. Ты не запомнил тактику. Кремич, тут? Я тоже никуда не запомнил, ну, как бы там. Да вы пока практику не будете. Это... Надо видос посмотреть. Ребят, это только первая и вторая фаза, блядь. Там еще третья есть. На третьей там дохуя есть всего интересного. А, там, блядь. А посмотрите, еще четвертая. А что, есть серьезно? Начинаем около креста вот тут вот. Все в звезде бегаем. Когда горю, разбегаемся на шторме. Стали все в кучу пока что. Я даю максимум 1.5 минуты будет вайп. Вот, разбегайтесь, короче, смотрите, до печеньки и до трусов. Вот таким полумесяцем конусом. Раньше по 10 метров. Можно там около края, когда шторм озвучу. Так, приготовились, 10 секунд. Джайну можно не бить вообще. Бьем только трэш. Не Мортал не вешает? Да не надо нахуй. Ну, если говорят, что не били, то я думаю, типа, нам прям оверхилится дохуй. Ну, сейчас попробуем просто, ради интереса. Побейте труп, пока нету трэш. Есть очень много уе надо. Не, мы вообще почти никого не снимаем. Да не трахайте ее, оставьте ее в покое. Ладно, все, стопните Джайну, не бейте. Он это хуйня, нестабильной магией вешается. Скидывайте ненужный спел, чтобы он уходил в КД. Ебать там фонаря, что бьет на... Сней. Фонаря хилит, главное, люксор максимально. Я вообще, ну, просто сдавать не ходилось просто. Лишний. Сейчас большой вылезет, там уже шарики есть, если что. Вон большой вылез. Исполнил лямы дермич, это твой. Дергаешь его, шарики собираешь. Так не бейте его раньше времени.
Отходите, отойдите. Все, блядь, я проебался. У меня ДБМ хуёв шторм показывает. Надо другой ДБМ. Бля, ну Кумка был прав, да. Новый ДБМ только что обновили, если что. А я так и знал, что на этой хуйне умрем, поэтому сказал полторы минуты, блядь. Короче, мне надо, да, мне надо ДБМ другой. Я не могу, я шторм хуёво вижу. Прям очень хуёво. Я не обратил внимания на него даже. Ну, точнее, мне не показал, но... Рита, где ты гиллу вручную включать? Что вручную? Ладно, короче... Джайна. Там, получается, когда ДБМ открываешь, какой тебе босс нужен, там вручную тебе загрузить. Там люди жалуются, что Джайна не загружается, ее нужно вручную прогрузить, нажать. Ладно, короче, ребят... Да, давай посмотрим еще. Ладно, пусть не... Я могу тебе скинуть, Кирилл. Там 18 строев осталось. Можешь видосы посмотреть, как ДБМ настроить. Не-не-не, ему не скидывай сейчас аддон, да, потому что ему нужно будет еще и настройки старого ДБМ полностью сносить. Да, ну это да, это сейчас... У нас же завтра если он не снесет настройки, он будет багаться. Просто давайте посмотрим до завтра видюшки. Кто-то один скиньте, посмотрите. Да, еще один пул сделаем и потом разойдемся. Еще один пул сделаем. Все хотя бы понимали, что да как. Чтоб меньше вайпов было. Тут попытки есть. Сейчас я поковыряюсь ДБМе, может найду. Один пол сделаю. Сейчас я поковыряюсь. Ебать, пиарит в канал там, а? Может найду эту хуйню. Что-то где эта Джайна ебучая, блядь. Так, вот она. В смысле? Вместе с лечом там? Все, я нашел. А что меня так трахнуло прям ваншотом смачным? Джайна тебя трахнула в очко. Она кастанула сквирт. Ничего себе. Как все рано. Вроде должно нормально. Ебать, она просто чередийскими стрелами тебя уничтожает к хуям. А там нужно танков менять, хотя что-то сейчас... Не надо танков менять. Там она не просто надо... стакает. Не надо на первой фазе менять, это на второй они меняются. Там она стакает, огонит ебучий. А, ну... Да я знаю, что каждую минуту шторм сейчас по таймеру. И сделаю все красиво. Заранее просто разбежимся. Я еще уверен, сейчас... Давайте фулбаф и поехали. Реслин. Большого ну, пожалуйста, да? тут таймчики сбоку стоят, тут хил будет стоять. Можно тут сюда на шторме съебаться, чтобы хил пожалуйста сделал? Печеньку забери с этого, чтобы он сундук пропал. Да, у нас дохуя людей, кто первый раз. Прям вообще дохуя. И получается, элементаля большого не бьем, да? Не, надо его бить, но добивать нельзя. А, нужно подвести к порталу. Его нужно просто пощупать. Да. Короче, блядь, он должен набрать 15 стаков, а умереть около портала, блядь, с 15 стаками, чтобы портал закрыть. Портала 4. Да, перефага. Ну, захуярить ее сможем. Так, таймер. Эту Джайну никто не бейте, короче, похуй на него. Ждите, пока трэш вылезет. 3, 2, 1. А ну кыш отсюда. Дермиш, отводи еще большого куда-нибудь, я не знаю, блять, вон в сторону печеньки. Только не к человеку, держи тоже раньше, во время шторма. Знает, раньше тебе никогда не делался. А, блять, это пидорас кишкрест надо еще кидать, я забыл, блять. Я ж на локе, блять. Ух, как приятно стало. Ты рад, фонарина? Я только вспомнил про КС просто. Лагает всех? Не. Нет, нормально. Да. Мне что-то пиздец. Под шторм разбежались. Дай себе круг, фонарь. Да. Раньше набрали. Держите раньше, прохил. Прохил.
Блять, Блэки. Блэки далеко стоял вообще. Вы далеко слишком разбегаетесь. Хилыш, я вам сказал, вот Люксор, находит портал бежишь. Сказал, вы там около Ани должны тусоваться, чтобы до всех доставать. Вы должны оставаться вот где мы сейчас стоим, плюс-минус. Только, блядь, расходиться полумесяцем небольшим. А чё убивать? Нет, уже второй хулипал, значит танк убирают. Людейские стрелы шотают, а что такое? Да, тут один хулипал. Друиды не профилят, мне кажется. Ладно, забейте, короче. Может мне чариться на саппорт просто и всё. Да нет, там ДК лучше всего стоят же. ДК лучше всего стоят. Вот сейчас вот, после того, как мы разбежались, потом сбежались, два чередийских стрел. Как это разбежать? Давайте кто-то один видюшку скинет, которая именно вот... Там скинули уже. Вот все, давайте посмотрим, завтра потраем, как бы сейчас тоже. Так, а что смысл завтра потраем? Нам нужен второй хулипал. Найдешь хулипал? Ну, колплей есть. Что, у нас нету, что ли? Ну, хулипал есть, конечно. Ну, колплей, ну, типа, ну, он слабовато идет. Так, ладно, всем спасибо, все свободны. А если Войда взять на его попали? Не? Не, надо написать на форуме, что мы не гонимся за ФК и распуститься.